Ми продовжимо наш телевізійний марафон, присвячений Дню захисника України. І в нашій студії знову гість, якого я радо вам представляю. Це директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. З нагоди свята ми всім нашим гостям вручаємо ось такі подаруночки від третєкласників 51-ї Миколаївської школи. Нехай він буде вашим оберігом. Ось дівчинка Софійка таку лялечку створила. Можливо, вам часто доводиться тримати в руках такі подарунки, можливо, їх комусь вручати, але це саме для вас. Так, дійсно, такі подарунки іноді дарять, і вони, мабуть, найцінніші, найприємніші, тому що сюди вложена дитяча душа, що може бути краще і світліше. Правда, про вас говорять, що ви активний благодійник і волонтер за покликом серця. А я сьогодні хотіла поговорити про соціально відповідальний бізнес. От громадяни деякі, бізнесмени в тому числі, нерідко говорять, я плачу державі податки. І далі мене не стосуються її справи. Далі вона повинна, держава сама повинна попіклуватися про свою розбудову. Як ви ставитеся до таких висловлювань? Знаєте, ну тут кожен має право, звісно, на свою позицію, і я тут не склонен кого-то там осуждати, говорити, що правильно, неправильно. У кожного якісь свої життєві цінності, свої інтереси. По більшому рахунку, да, можна нігде ні в чому не участвувати в своїй скорлупі. Ограничиться, но моя позиция достаточно проста. Там, где ты живешь, там, где ты работаешь, там, где ты существуешь, всегда хочется, чтобы вокруг тебя было максимально комфортно, приятно, красиво, чтобы тротуары были ровные. Потому что если будут ровные, хорошие тротуары, женщины по ним смогут ходить на высоких каблуках. Это ж красиво, красиво. А если везде ямы, ну что ж. Ну это просто такой пример. Ну, так, но, в принципе, але держава сама повинна попіклуватися, чи кожен міру своїх сил може їй допомогти? Знаете, опять же, есть две позиции. Первая, я сижу, жду, пока кто-то что-то сделает, тогда и жизнь закончится. По большому счету, не такая она у нас длинная, Богом отведена, и очень быстро пролетает время. А можно все-таки по мере возможностей каждый день где-то что-то хоть чуть-чуть делать свой окружающий мир лучше. Поэтому тут каждый выбирает что-то свое. Я ждать не люблю. Мне лучше всегда что-то делать. Кого-то устраивает сидеть ждать, пока станет лучше. Но я не знаю, можно ли дождаться, если ты ничего для этого не делаешь. А що вас привело до такої думки? Як ви оцінюєте от роль особистості у справах держави? Я не знаю, нет чого-то конкретного, що може привести до якомусь життєвої позиції. Це називається, мабуть, різні книжки хтось читав в дитинстві, а хтось взагалі не читав, хтось читав. Це людина формується как совокупность того, к чему нас учили родители, чему учила улица в том числе, да, опять же, какие смотрел фильмы, мультфильмы, книги, то есть все, вот эта совокупность факторов, она и формирует человека. За вашого сприяння впроваджувалося в життя чимало соціальних проєктів. Завод під вашим керівництвом ремонтує техніку для військових. Ви щодня робите якісь справи, які, власне, в ваші професійні обов'язки не входять. Тож ви обираєте для себе активну громадську позицію. І як ви сприймаєте те, що зараз відбувається в країні? Если вы имеете в виду ситуацию на Востоке, да, ну тут однозначно, как это можно воспринимать. Для меня это трагедия. Однозначно, потому что, ну, прежде всего, там гибнут люди. Все остальное можно даже и не обсуждать. Если в стране гибнут люди, значит, тут ничего хорошего в этом нет. И надо делать максимум все для того, чтобы это прекратилось. Как раз вот, учитывая день,
этот праздник, 14 октября, День защитника Отечества и Покрова. И хочу поздравить всех, всех, кто причастен к этому дню, всех тех, кто защищает нас, защищает нашу страну, кто уже выполнил этот свой долг. Каждый, наверное, делает это по-своему. И в том числе, как говорите, различные социальные какие-то проекты, это тоже элемент защиты Родины, защиты ее от того негатива. Потому что если ты делаешь что-то хорошее, значит, тем самым ты защищаешь от чего-то плохого. Ви багато уваги приділяєте патріотичному вихованню молоді. Ви привозили до Миколаєва виставку Сергія Лойка «Аеропорт». Підтримуєте різноманітні проекти, акції, заходи різноманітні, патріотичні. Що саме для вас ось цей аспект життя? Ну, опять же, да, є така пісня «З чого починається Родина?» Да? «З чого починається любов к Родині?» Да, был период, когда вот слово патриотизм, оно было там для многих непонятно. Хотя я считаю, это как раз то, что надо воспитывать у людей, у детей. Потому что если ребенок любит свою страну, вырастает, то он будет жить так, чтобы его стране было хорошо. Потому что если ты не любишь свой город, если ты не любишь свою страну, если ты не любишь свою жену, то как можно жить, да? Только любовь к окружающим, в самом широком смысле этого слова, только она делает окружающий нас мир, в котором мы живем, делает ее лучше. Ну что ж, тоді у вас є нагода приєднатися до всіх побажань, які сьогодні лунали і ще пролунають. И побажати нашим глядачам и кохання в том числе? Прежде всего, конечно, мира. И для того, чтобы этот День защитника у нас всегда оставался все-таки немножко виртуальным. Потому что, к сожалению, сегодня он у нас реальный. Да? Много людей, которые действительно каждый день сегодня круглые сутки защищают нас. Но очень хочется, чтобы этот конфликт военный завершился и чтобы этот праздник у нас был всегда добрым, веселым, чтобы он не омрачался воспоминаниями и не омрачался действующими реальными потерями. Дякую. Ми вітаємо вас із Покровою і з Днем захисника України. Бажаємо здоров'я, мирного неба над головою. Зі святом вас. Спасибо. З праздником.